Всем привет! Сегодня я вам покажу свои два заказа с сайта AliExpress. Как я уже ранее вам говорила, всегда буду делать небольшие видеоролики о 2-3 товарах с сайта AliExpress. Ну, соответственно, давайте начнем. Первое, что мне пришло достаточно, наверное, давно уже, это, конечно же, мы с вами сейчас посмотрим, что же это. Я на самом деле знаю, что это, но давайте посмотрим. Протестирую я, конечно же, все потом, потому что сейчас тестировать нет смысла. Сейчас мы с вами просто распакуем и посмотрим. Скажу сразу, что это микрофон, петличка. У меня никогда не было в жизни микрофона петлички. Значит, смотрите, упаковано вот в такой вот, я не знаю, что это такое за материал, но, в общем, что-то типа, даже не знаю, поли что-то. Вот, вот так вот выглядит сама петличка. Она упакована в пакетик. Здесь даже есть какой-то штрих-код. Ну, можно, кстати, посмотреть, проверить, работает ли штрих-код. Я думаю, что у многих на смартфоне есть такая программка. Ну и, соответственно, вот сама петличка. Вход здесь 3,5 мм стандартный. Взяла я его специально для телефона. К сожалению, не могу сейчас сказать, есть ли у меня вход на фотоаппарате, на который я сейчас снимаю. Надо проверять. Я эту петличку, как вы сами уже поняли, открыла вместе с вами. Я еще ее не тестировала. Я обязательно протестирую и расскажу. Конечно, главное, естественно, в чем заключается, главное, чтобы она работала. Так, ну, вот все очень просто. Вот такое вот небольшое. Видите, она уже порвалась. То есть, пока мы с вами надевали, эта штучка уже порвалась. Ну, печально, конечно, не очень такая вот она. Но она не мягкая, но, в общем-то, ладно. Потом разберемся. Вот такая вот петличка. Так, давайте посмотрим второй товар. Это у нас с вами чехол для телефона. Напоминаю, что если кому-то интересно, я могу оставить ссылочки на магазин продавца на сайте AliExpress под этим видео, либо в ваших комментариях, либо, точнее, в комментариях, либо в личку. Можете мне написать, я вам, в принципе, сообщу данную информацию. Может быть, кого-то заинтересует. Итак, следующий пакетик открываем очень просто. Открывается он вот так вот. Значит, что мы здесь с вами видим? Здесь у нас с вами пластиковый чехол. Кстати говоря, сейчас посмотрим его. Хочу обратить ваше внимание на пакет. Как оно упаковано. Внутри, если вы сейчас, простите, если вы сейчас посмотрите, вы увидите пупырчатую пленку. К сожалению, камера сейчас не очень хорошо передает. А вот смотрите, видите? Вот такая вот пупырчатая пленка с двух сторон. То есть такой пакет получается очень плотный. А вот такой вот чехол. Чехол на самом деле на телефон S90A Lenovo. Так, ну что хочу сказать, во-первых, по поводу сразу, вот первые такие вот, знаете, тактильные ощущения, очень мягкий, это пластик, но он очень, знаете, такой мягкий, даже не могу вам сказать, вот просто он реально мягкий, то есть может быть, вот видите, такой вот как бы матовый, да, но он очень гладкий, он не 3D, мы сейчас с вами посмотрим, как он выглядит на телефоне. Мне нужен был такой чехол, потому что мой, конечно же, уже давным-давно сам себя, скажем так, убил. Единственное, я не совсем понимаю, что здесь за вот такая вот выемка, но мы сейчас с вами посмотрим. Там были разные расцветки, зеленый, черный, фиолетовый очень красивый, ну то есть матовое стекло, да, и вот этот вот рисунок с окантовкой разных оттенков. Так как у меня телефон, сам по себе задняя панель золотистого цвета, то, соответственно, я решила взять белый. Итак, давайте мы с вами посмотрим. Я сейчас вам покажу, какой у меня чехол. Этот чехол мне, у меня уже, как бы сейчас не солгать,
Он у меня уже, конечно, очень приличное количество лет. Ему уже, наверное, года в этом году 2 года ему будет. 2 года. То есть, представляете, он тоже из такого как бы пластика, но вот он здесь треснул, видите, да? Здесь треснул. То есть, ну и в принципе, он как бы за счет того, что здесь уже потерт, он потерял весь свой вид. Итак, ну давайте посмотрим. Вообще, в принципе, они идентичны практически эти, значит, чехлы. Давайте, в общем-то, проверим, как сидит на телефоне. Я очень потому что переживаю. Ну, давайте посмотрим. Вот сидит, соответственно, идеально. Выемка здесь пришлась кстати, так как здесь, соответственно, под разъем 3,5 мм. Это наушники, либо это микрофон. Каждому свое, как говорится. Вот, так что вот так вот. Ну, мне, в общем-то, чехол этот понравился. Он подошел под мой телефон. Я рада, что я взяла белый, потому что, видите, я вижу как бы и цвет телефона, и цвет чехла. Чехольчик отличный, мне очень он понравился, так что могу его посоветовать. Ну что же, вот мои небольшие покупочки с сайта AliExpress сегодня были в небольшом видео. В общем-то, кому интересно, могу обязательно оставить ссылки внизу. Вот, может быть, кого-то заинтересует. В кадре у меня сегодня цветочек. Ну, потому что сегодня уже с нами, да, простите за такие оговорки. Сегодня уже с вами, как вы знаете, всем пока. Итак, снова всем добрый вечер. Продолжаем с вами вскрывать покупки с сайта AliExpress. Очень удивительно, но этот продукт я увидела, когда вернулась домой, спросила, да, соответственно, у близких, доставил ли это курьер. Мне сказали, что нет, это было в почтовом ящике. Ну, конечно, посылочка очень тоненькая, как вы можете видеть, ее действительно очень легко вложить в почтовый ящик. Когда я стала щупать, я поняла, что это. К сожалению, в приложении AliExpress я не смогла отследить этот товар, потому что он якобы ко мне еще летит какими-то там транзитными, в общем-то, авиалиниями. В общем, удивительно, но факт, мне это приехало домой и, собственно говоря, в общем-то, в почтовый ящик с доставкой на дом. Конечно, спасибо на этом AliExpress и спасибо на этом Почте России, которая доставила эту посылку прямо практически мне в квартиру. Огромное спасибо. Итак, что же это у нас с вами? Я уже тут сделала надрез. Здесь мы там адрес не будем чистить. В принципе, не столь важно. Давайте посмотрим, что же у нас тут с вами. К сожалению, снимаю одной рукой, поэтому не удастся мне быстро все это открыть. Это у нас с вами кепочка. Я очень люблю такой стиль. У меня когда-то была кепка спортивная от Nike. Я вообще кепки, в принципе, не очень люблю, но иногда для различных мероприятий они мне нужны. Вот. Итак, вот так вот, вот в таком вот виде. Она на самом деле темно-синего цвета. Сейчас мы ее с вами вскроем и посмотрим. Она очень просто открывается. Можно вполне себе открыть одной рукой. Эта кепка нестандартная. Она такой, знаете, как бы имеет форму. Форму такой, как бы, кепи, популярная в основном на Западе. Но мне очень нравится. Вот так вот она выглядит. Вот эта вот кепочка, то есть вот здесь она, видите, она немножко мятая, но прямоугольная. Сейчас я постараюсь встать, чтобы вам показать. То есть она вот такая вот большая и прямая получается. Кепка сделана из очень хорошего плотного
относительно плотного материала. Здесь есть регулировка, соответственно, да, чтобы увеличивать и уменьшать. Я думаю, что идеально подойдет для многих. Вот, вот такая вот кепочка. Вот с таким вот козыречком. Здесь нет никаких опознавательных знаков, хотя на сайте AliExpress есть большой выбор. Вы можете выбрать там любую кепочку, либо там кепи, да, на ваш вкус и цвет. Мне понравилась очень вот эта вот. Наконец-то я ее нашла, очень долго хотела. У меня есть такая в стиле милитари, доставшаяся мне, скажем так, от одного человека, поэтому я, конечно, ее храню, вот, но хотелось бы именно иметь свою, вот, девчачью, поэтому вот такая вот кепи. Она универсальная, она идет и как и для мужчин, так и для женщин, так что надеюсь, что подойдет. Ну что ж, вот такой вот один небольшой заказик. К этому видео я прикреплю и следующие продукты. Ждем вместе с вами. Пока-пока! Всем привет! Продолжаю снимать покупки с сайта AliExpress. В прошлом мини-видео вы уже видели кепочку, которая мне пришла. Конечно, сейчас она выглядит черной, но она на самом деле вот такого темно-синего красивого цвета. Она мне очень нравится. Она мне подошла. Единственное, что момент, это что вот эта вот часть, как бы, да, часть кепочки никуда не убирается. То есть она вот у вас будет также болтыхаться. Но, в принципе, за свою цену вот отличная кепочка, мне она очень нравится. Итак, что же следующее мне пришло? Ребята, это просто классные вещи, потому что я их очень долго ждала, и наконец-то они мне приехали. Вот в таком вот пакете мне пришло... Что же нам пришло? Сейчас мы с вами вместе откроем и посмотрим. Это у нас одежда. И это пляжная туника. А, собственно говоря, сейчас проверим и посмотрим. Если кому-то интересно, я потом обязательно на вешалке покажу, как оно выглядит. Вот в таком вот пакетике шуршащем мне пришла туника. Она, конечно, очень красивая, но она не из хлопка. Это, скорее всего, полиэстер. И здесь какая-то, возможно, еще какой-то элемент присутствует, не знаю. Смысл в чем? Почему я ее взяла? Значит, здесь очень красивый рисунок. Вот такой вот орел. Орел очень красивый. Туника с бахромой. Вот, здесь вот такие вот бахромушки. Ну, я их так называю. Так, такая вот вязаная часть. В принципе, качественно пошита. Никаких претензий нет. То есть здесь все швы, не знаю, видно или нет, обработаны. То есть, в принципе, она неплохая. Естественно, хотелось бы, чтобы она была сделана не из полиэстера, а из хлопка, тогда было бы идеально. Но, в общем-то, может быть, оно и к лучшему. Здесь есть завязочки. То есть, смотрите, внизу она тоже имеет вот такую вот окантовку. Она на завязочках. То есть, если брать... Я обязательно вставлю сюда мини-видео на вешалочке. Вы посмотрите, как она выглядит. Ее можно вот так вот завязать. Соответственно, мне очень нравится. Это отличный такой вариант. Пляжная туника. Просто идеальная. Ткань мне очень нравится. Все качественно пошито. Очень достойная вещь. И, в общем-то, очень мне нравится, конечно, вот этот орел. То есть это просто... отлично, просто, ну просто реально класс. Так, давайте посмотрим, что же мне пришло еще. Наконец-то, вот в такой вот плотной коробочке мне пришел, сейчас я открою, это у нас, его еще называют дополнительное зарядное устройство, аккумулятор.
сейчас мы с вами посмотрим. Очень долго я ждала, переживала, что не успеет прийти. Но так как, в общем-то, мне эти вещи очень нужны, особенно аккумулятор, потому что бывают такие поездки долгие, что телефон просто разряжается. И приходится искать какие-то кафешки, либо места, где можно его подзарядить. Итак, давайте посмотрим. Вот в таком вот, формате пришло зарядное устройство фирмы Хокко. Написано, что это премиум продукт. Здесь уже что-то запечатано, естественно, скорее всего, это все вскрывали на границе. Здесь, значит, Power Bank, ну, по-другому называется. Вот в таком вот, в такой вот коробочке все очень даже достойно сделано. Сейчас мы с вами вскроем и посмотрим. Если будет возможность, даже проверим. Я, честно говоря, там просто большой, просто огромнейший выбор этих пауэрбэнков. И, честно, ну просто у меня глаза разбегались. Конечно, хочется чего-то такого, знаете, интересного. Я даже хотела взять, там был вариант взять, наверняка кто знаком с мультфильмом «Мой друг Тоторо», или Тоторо, как правильно читается, не знаю, в виде, собственно говоря, этого животного было зарядное устройство. Но так как оно было с силой, да, соответственно, там где-то около 5000 ампер, я не стала его брать, так как посчитала, что если брать, то брать уже хорошее. Вот таким вот образом выглядит сама коробочка, все очень достойно. Здесь есть даже не штрих-коды, а баркоды. Вот, ну давайте посмотрим, как же все это выглядит. Ребят, очень, конечно, все красиво. Я эту фирму Хокко вообще ничего про нее не знаю. Первый раз слышу, но думаю, что, в общем-то, неплохая. Тут даже, если вы сейчас видите, не знаю, очень сильно отсвечивает. Вот даже заклеено, да, и написано, что Хокко. То есть настолько все продумано, настолько производитель позаботился о том, чтобы было все в идеальном виде. Итак, давайте посмотрим. Вообще красота, конечно. Так, ну тут непосредственно сам проводок. Проводок, конечно, немножко покрашенный во что-то. Он небольшой, мы сейчас его тоже с вами посмотрим. И вот сам Power Bank. Значит, вот такой вот чехольчик, очень классненький. Там было несколько расцветок. Я взяла именно вот такой вот цвет дерева. Там есть еще под белое дерево сделанное. Так, ну смотрите, уже, как вы можете видеть, он даже заряжен. Здесь есть уже вот такие вот огонечки, скажем так. Они на самом деле синие. Не знаю, как правильно передать вам свечение. Вот это правильный свет. Какие первые такие вот тактильные ощущения? Вы знаете, вот кажется, что это, ну, это пластик, конечно, но он очень качественный, потому что он такой мягкий, скользящий. Очень удобно держать его в руке. Так, ну что, давайте попробуем зарядить. Здесь несколько входов, два порта для USB и микро USB, если я правильно поняла. Так, ну давайте сейчас посмотрим, что у нас еще здесь есть. Также у нас здесь с вами в комплекте на китайском написано, что-то написано. Ну и на английском здесь тоже есть, посмотрим. Лейбл сам Хокко. И, собственно говоря, все. Вот такая вот коробочка. И вот сам проводок. Давайте с вами посмотрим. Надеюсь, что успею протестировать. Батарейка не сядет. Вот такой вот маленький проводочек. Давайте посмотрим. Значит, подключаем с вами к порту телефона. Телефон кладем, чтобы было видно. И включаем в сам Power Bank. Так.
Вот сразу пошло включение, и телефон пошел у нас с вами заряжаться. Ну, не знаю, кому как видно, сейчас посмотрим, сколько батареи. 41%, кажется. Я обещаю, что протестирую и напишу здесь в комментариях, либо, скорее всего, уже в видео, за сколько зарядится мой телефон. Здесь 13000 ампер, как я вам уже говорила, очень достойная такая штука. Она, в принципе, вмещается в руке, относительно тоненькая. В общем-то, мне очень нравится. Вот, единственное, что я думала, что она будет чуть поменьше, то есть где-то вот так вот она будет, вот такого вот размера она будет. Но это ничего страшного, в общем-то, она не очень тяжелая, как мой телефон, может быть чуть тяжелее, но это не так страшно и принципиально. Очень я довольна пауэрбэнком, он работает. Сейчас даже посмотрим. Уже даже 1% зарядился за это время, пока мы с вами говорили. Вот, собственно говоря, очень я довольна этим пауэрбэнком. Очень я довольна и непосредственно пляжной туникой. Очень мне нравится и кепочка, которую я приобрела. Ко мне еще едут ниппели на велосипед, которых я уже жду, наверное, 2 месяца с чем-то. Нет, 1,5 месяца жду, все, никак они до меня не доедут. Ну и, соответственно, вот такие вот небольшие покупочки с AliExpress очень мне понравились. Если кому-то интересно, могу оставить ссылки внизу. Всем хороших выходных, пока-пока! Всем привет! Давно у меня не было видеороликов снято. Сегодня я вам покажу свою последнюю посылку с сайта AliExpress, которая ко мне очень долго шла. К сожалению, не отслеживался трекер номера, трек-номер. И вот неожиданно, уже вернувшись из отпуска, я получила уведомление о том, что на почте находится моя посылочка. Последнее, что пришло, это замок Bicycle Alarm. Замок сигнализации, скажем так. Он очень распространенный, его многие заказывают. Я, честно говоря, впервые заказываю. У меня были случаи, когда действительно люди, молодые люди пытались украсть, дернуть велосипед, да, с парковки у магазина. Я решила себе заказать вот такую вот сигнализацию. В принципе, конечно, камеры там стоят, охрана оперативно работает. Но вот захотелось купить. Я, честно говоря, сейчас не вспомню, сколько он стоит. Кому интересно, можете мне написать в комментариях, либо в личных сообщениях, я вам напишу. Но что-то в районе, по-моему, 500 рублей, что ли, он стоил. Может быть, даже меньше. Давайте посмотрим. Конечно, сейчас мы с вами разбираться конкретно не будем. Значит, здесь все на английском языке. Я имею в виду разбираться функционал работы. Мы не будем сейчас с вами смотреть, просто посмотрим, что же он собой представляет. Коробочка достаточно такая, ну, относительно помятая. Здесь указаны цвета, которых представлены. Это черный, желтый, красный, зеленый и фиолетовый. Я, честно говоря, даже не знаю, какой цвет мне пришел. Давайте посмотрим, какой. Коробочка пришла, ну, такая она полумятая, конечно, но это, в принципе, не так страшно. Черная расцветка, значит, вот сам сигнальный блокировка. Давайте посмотрим вообще, что здесь содержится. Итак, вот коробочка сама, инструкция на китайском языке. Я, к сожалению, не знаю китайский язык, поэтому ничего вам сказать не могу. Здесь есть на английском языке инструкция к использованию. Вот, но, в общем-то, конечно, я сейчас, опять же, да, показываю видео, не буду сейчас ничего включать, пробовать, это я буду изучать, тут болтики, соответственно, для крепления, вот, не могу ничего абсолютно сказать про этот замок, единственное, знаю, что очень многие его заказывают, в том числе и иностранцы. Ну, вот смотрите, первое, что я вижу, да, это вот некие потертости, какие-то царапины, может быть, это
в процессе перевозки, да, это пластик абсолютный. Здесь, соответственно, у нас батареи должны быть. Ой, честно говоря, боюсь даже открывать, потому что боюсь, как, честно говоря, потом открою, что сюда, скорее всего, вставляется батарея. Сейчас не буду открывать. В общем, вот такой вот механизм с пультом управления, блокировка, разблокировка, как на машине, и крепление даже. Вот, ну, собственно говоря, чуть попозже я вам расскажу про этот механизм, как он работает, может быть, даже мы его с вами проверим в действии. Вот, ну, конечно, потертый, но это, в принципе, ничего страшного, это понятно, что он пока ко мне доехал, уже потерся немножко, но это ничего страшного. Собственно говоря, вот такой вот замок сигнализации на велосипед. Чуть позже я его обязательно опробую, и в ближайшее время, скорее всего, в следующем видео как раз покажу вам, что я приобрела в Спортмастере для своего велосипеда. Ну что ж, всем пока!